волна и прибрежный песок, как танцует весна и солнце. Мы сольемся с тобой в этом танце вдвоем. Кемпинг солнечный. Такой он как на склоне чуть-чуть. Не совсем ровная поверхность. Все, что ты. В принципе, неплохой кемпинг. Все, что я смогу тебе ответить. Ты хочешь танцевать. Там спуск на море, лестница. Вот такое море тут. Солнечном. Ну, как бы нормально, чистое. Вон там галечный пляж, поэтому там людей, детей больше. А здесь как бы дикий получается. Ну, камней больше, камни большие, можно ноги сломать. Поэтому все в основном туда идут. Вон туда. Вот такой кемпинг. Было. С видом на море. Так ничего, так на природе можно отдохнуть. 400 рублей с человека, со взрослого. И если с 5 лет ребенок, 300 рублей. Вот такая лестница, тут 90 ступенек вниз спуститься надо. На пляж. Попадаешь на дикий пляж. Там стрекочет что-то, а тут вот такая вот, такие деревья, как в джунглях. Тоже интересно. Кто-то там стрекочет. Сверчки или кто там. Ну, вроде не сверчки, как-то по-другому их называют. Опа. И вот тут вторая. Вторая лестница, надо преодолеть спуск к пляжу. В общем, кто хочет подкачать ноги, пожалуйста. Ну, мы же все спортсмены, поэтому нормально, можно подниматься, спускаться, лестница удобная. В общем, вот такое море тут. Вообще классное, чистое. Ой, прохладное. Ну, нормально, освежает. Охлаждает, освежает. Погода прекрасная. Ну и вот такая панорама. Сейчас панораму засниму. Вот такая обалденная природа здесь. Кемпинге солнечном. Архипа Осиповка. Ну, в общем, как я и говорил, 400 рублей со взрослого человека. Сегодня
2 июля 2021 года. В общем, такие цены. 300 рублей, если от 5 лет ребенку. За ребенка 300 рублей. Ну, в общем, там удобство. Душ, туалет есть. Можно обкупнуться. В общем, что еще? Ну, палатку, естественно, свою берете. Мангал есть. Мангалы дают. Как бы можно шашлыки жарить. Ну, в общем, дикий отдых на природе. Кораблик. Вот оттуда я сверху снимал. Вон там вот пляж. Как бы там людей много, потому что галька мелкая такая. Ну, детям удобно там, как они там ковыряются в камнях там. В общем, ну, заход нормальный, можно купаться. А вот это вот, как я и говорил, дикий пляж, тут камни. Ну, как бы неудобно, не совсем удобно. Как бы так.